Всем привет! Это очередной выпуск «Призраков старого софт». На сей раз софт не такой уж и старый, 2004 года. Но, тем не менее, эта программа оставила свой след в истории, поэтому заслуживает быть героиней моей передачи. Называется игра Krieger. Вышла она в 2004 году из-под пера немецкой демогруппы Farbrauch. Почему вдруг я решил обратить внимание на Krieger? Krieger пишется с двумя К в начале, и в описании к этому видео я дам ссылочку, откуда скачать игру, если она вас заинтересует, и на исходники ее движка. Игра... полноценная игра, хотя в ней немного уровней, с графикой, сопоставимой с другими 3D-шутерами тех лет, занимает всего 96 килобайт. Это размер маленькой доли древней 5-дюймовой дискеты. Сравните, современный новый Doom весит 62 гигабайта. За счет чего такая разница в размере? Ну, кроме виртуозного программирования. Кстати, и звук в этой игре генерируется встроенным в движок синтезатором, который разработчики назвали V2. Музыка записана в MIDI, но синтезатор свой, так сказать, реал-таймовый, не виндовый. MIDI, хотя игра под Windows. Кстати, вот самое время сделать экранчик побольше. О, плохо сделал. Процедурная генерация текстур. Если в традиционных этих многогигабайтных играх текстуры рисуются художниками и занимают достойное объемное место на диски, то здесь процедуры, здесь текстуры генерируются перед игровым процессом алгоритмическим образом. То есть сама то, как отрисовывается текстура, задается алгоритмически, что и позволяет экономить место. Хотя вот разработчики писали, что если бы эти же текстуры были в виде растровой графики, то они бы заняли от 200 до 300 мегабайт. К сожалению, в мейнстримовые игры эта технология не пошла. Разработчики коммерческих игр, этих огромных блокбастеров, они идут по проторенному пути увеличения объема, хотя, ну вот, судите сами, 62 гигабайта весит Doom. 62 гигабайта — это полностью забивается жесткий диск простенького ноутбука начального уровня. Так, поскольку игра идет в петле, сейчас снова продолжится этот игровой цикл. Я записал прохождение игры только кусочек его, потому что я завис там в одном месте. Просто персонаж не мог идти ни в какую сторону, я мог только смотреть под ноги и по сторонам. Я надеюсь, сейчас видео продолжится. Или я его продолжу вручную. Ну, неважно. Кроме вот этого кратенького рассказа о Кригере, я хотел разразиться тирадой о фотореалистичности и о связанной с этим проблеме роста объема текстур. Сейчас вот игры стремятся к фотореалистичности и стремились к этому всегда. Ну или сейчас уже можно говорить о кинореалистичности, то есть приближение картинки из игры к кинофильму. Этот процесс начался не сейчас, а еще, ну, пожалуй, с «Принца Персии», где, насколько я знаю, для
для спрайтов, которыми представлен персонаж, использовался захват видео, потом это видео упрощалось. Там же в принце Персии в качестве персонажа, если я не ошибаюсь, играл брат Джордана Мейчнера. Вот он-то и выполнял все эти прыжки, пробежки. А Мейчнер снимал это еще именно PHS камера. Ну, так вот, если мы посмотрим на современную игру, которая претендует на фотореализм, ну, тот же там, Doom этот новый или последний, Ведьмак. Кстати, о Ведьмаке вставочка небольшая, вот этот персонаж, Ведьмак, я не помню, как его зовут, потому что я ни книг Сапковского не читал, ни в игру толком не играл. Еще задолго до Сапковского английский писатель Майкл Муркок написал серию романов об Эрлике из Мелнибон. Этот Эрлик, он в точности как Ведьмак. Он альбинос, он не может там жить без колдовских трав каких-то. То есть, а Сапковский своего героя придумал позже, чем Муркок. Так вот, вернемся к фотореалистичности. Мы, когда видим эту качественную графику Ведьмака или последнего Дума, она хоть и похожа вроде на окружающую нас действительность, но она ни в коей мере не столь подробна и столь сложна. То есть, какой бы ни было фотореалистичной графика в игре, она никогда не будет такой же реалистичной, как в действительности. То есть, в любом случае, вы отличите игру от реальности. Игра всегда будет в той или иной мере мультфильмом. Так зачем же гнаться за этой фотореалистичностью? Самая популярная игра всех времен и народов, братья Марио, она ни в коей мере не фотореалистична, но это не мешало ей стать самой популярной игрой. Вот. Я произнес свою тираду о фотореалистичности, поэтому Кригер успел прокрутиться уже несколько раз, поэтому завершаю передачу. Всем пока, до новых встреч!